Сигнал СОС. Накануне вечером на Ульяновской из квартиры на 5-м этаже пробивалось яркое пламя. Пожар определили очевидцы. Они-то и вызвали службу спасения. Охваченный огнем балкон и вовсю полыхает оконная рама. Такая картина предстала перед сотрудниками МЧС. Приезжали тут пожарные, все это было. И сильно горело? Да, дым черный был. Минут через 10 вышел и открыл эту дверь, и тут было 2 МЧСника. Я спросил, что. Они говорят, на 5-м пожар был. Хозяин двушки, пенсионер, за помощью обращаться не стал. Пытался укротить пламя самостоятельно, подручными средствами. Не получилось. Благо, четко сработали пожарные. С огнем справились за считанные минуты. Физически хозяин не пострадал, только морально. По словам спасателей, всего этого триллера можно было избежать, если бы в квартире был установлен пожарный извещатель. Стоит копейки, а жизнь может спасти. Да и ремонт нынче штука недешевая. Балкон – большое черное пятно. От окон не осталось и следа. На земле – остатки мебели, обгоревшие москитные сетки, стекло и доски. В результате пожара повреждено имущество на балконе и закопчены стены на кухне. Причина такого пожара – неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ хозяином квартиры. МЧС напоминает, согласно правилам пожарной безопасности, гражданам не допускается проведение огневых работ в квартирах и на придомовой территории. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.